Ташкенте продолжаются дни глобального текстиля. В них отражена единая концепция, вобравшая в себя ряд мероприятий, направленных на развитие этой промышленности страны. Одно из них – международная текстильная конференция Узбекистана, объединившая экспертов из разных точек мира. Тема этого года – цифровизация текстильной индустрии. О создании текстиля будущего в нашем материале. Дни текстильной индустрии продолжила конференция, для участия в которой в Ташкент съехались ведущие эксперты из Германии, Швейцарии, Франции, Китая, Японии, США и многих других стран. Прошла встреча под эгидой Международной федерации производителей текстиля. Если в прошлогодней конференции участвовало свыше 300 специалистов индустрии из 12 государств, в текущем году их число возросло в разы. География мероприятий расширилась до 36 стран. Обсуждены самые актуальные на сегодняшний день вопросы. Это и перспективы взаимовыгодного сотрудничества, реализации инвестпроектов, сертификации, цифровой маркетинг, научные исследования, связанные с производством умного текстиля. Важное географическое положение Узбекистана в Центральной Азии, которое связывает крупнейшие международные рынки, ставит довольно амбициозную задачу – превращение республики в текстильный центр всего региона и стран СНГ. Речь идет о формировании и совершенствовании технологической, научной, инвестиционной, транспортно-логистической, финансовой, выставочной, одним словом, уникальной территории. В любой стране есть чему поучиться. Но вот кластерная система ваша, которая, в принципе, так она вошла и очень такими шагами семимильными интеграционно именно в экономику вошла, и вроде как по оценке экспертов и со стороны, и когда мы смотрим, как развивается узбекская промышленность, она дала определенный эффект. Эффект, начиная от посева и уборки сырья до конечного продукта. Поэтому мы тоже, у нас кластеров как таковых легкой промышленности еще на территории нашей страны нет, но мы сегодня уже подошли, может быть, какой-то шаг хотим сделать в кластере льняном. Вот этот опыт, мне кажется, у вас такой положительный, что можно применять и на другие экономики. В рамках деловой программы прошли встречи в формате B2B и B2G, презентация отраслевых флагманов Индии, Бангладеш, КНР, Кореи и Турции. Но уже завтра стартует международная выставка текстиля и модной индустрии, ташкентская выставка текстильных технологий.